В бассейнах нескольких крупных рек Карагандинской области запасы воды уже превышают норму. В некоторых районах почва промерзла до полуметра. В этом году на безопасный паводок выделили более 3 миллиардов тенге. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Под угрозой потопления 170 населенных пунктов. Большинство из них расположено вдоль русел рек. Спасатели сделают снегозамеры на всех опасных участках. Напомню, в прошлом году в регионе затопило областной центр. В окрестностях Караганды поднялись малые реки Букпай, Солонка, и большая вода пришла в город. Там были отчасти и проблемы, связанные с неочищенным состоянием коллекторов, с невозможностью пропустить тот объем воды. Акимат в прошлом году выделил порядка 400 миллионов тенге, и на эти средства были прочищены все ливневые системы отвода воды. Все коллектора были очищены, надеемся, что они сработают положительно, скажем так.